F1 Breeze – вторая модификация. В этом году появились и маленькие размеры, и мне удалось покататься на тройке и пятерке, а также на 15-метровом кайте. Облегченная модель с одним поперечным баллоном. Крыло имеет заметно поджатый задний край и отлично реагирует на управление, стабильно вращается, выходя вверх, особенно в этом порадовала пятнашка. Бриз хорошо регулирует тягу. И, наверное, для большинства крепких райдеров для фрирайда на гидрофойле в сильный ветер будет достаточно пятерки. Из особенностей кайта это клапан, который потребует специальный переходник. Компактная модель, адаптированная для слабого ветра, с точным управлением. F1 Breeze V2 оптимален для использования с гидрофойлом и вейфрайдингом страплес.